Автограф длиной в жизнь. Пенсионеры из Верхней Пышмы с 16 лет собирают росписи знаменитостей. В копилке у коллекционера больше 5000 росчерков известных людей. С собирателем эксклюзива познакомилась Яна Юмакаева. В еженедельнике Владимира Лаптева все расписано на несколько месяцев вперед. Театральные премьеры, фестивали, выставки, концерты. Вот уже больше полувека мужчина коллекционирует автографы знаменитостей. За это время ему удалось собрать более 5000. Последний он получил буквально на днях, посетив спектакль «Пигмалион». Маклаков ушел, уехал. А мне как раз тут много может было места писать. Но хорошо Галибин он как уравновесил своей подписью. Весь жизнь. Она много раз, мы с ней фотографировались. Коллекционировать подписи знаменитости Владимир Лаптев начал, когда ему было 16. Первым стал автограф руководителя хореографического ансамбля «Веснянка» из Херсона. С тех пор ни дождь, ни снег не мешают пенсионеру получать памятные росчерки. Он редко ждет кумира в зрительном зале, чаще у служебного входа. На готове у коллекционера всегда большое фото знаменитости и маркер, черный или золотой. Я вообще удивляюсь, для чего люди берут, когда вот 20, 30, 50 человек толпятся. На клочке бумаги, на спичном коробке, где-то на лбу просят, на футболке и так далее. К своему хобби Владимир Лаптев подходит профессионально. Он обращается к звездам по имени-отчеству, знает их творческий путь, может найти дорогу в любую гримерку и даже номер в отеле, где остановилась знаменитость. У Владимира Лаптева есть и книга, где он ведет учет всех автографов. Но, как в любом деле, в этом тоже есть свои издержки, признается коллекционер. Зачастую ему волей-неволей приходится конфликтовать с охранниками. Допустим, вот они отцой мне подписывают, они берут меня на поезд, оттягивают от нее. Она говорит, ну, ребята, так же нельзя. Такие ситуации чаще возникают с охраной отечественных звезд, признается пенсионер. Как ни странно, зарубежные деятели искусства более открыты для общения. Свои автографы они раздают как подарки. Один такой Владимир Лаптев получил на свой день рождения от Марселя Марсо. Я подошел, сказал, ну, раз приводчик, поэтому проблем не было. И вот он мне написал: Владимиру, с днем рождения, Марсель Марсо, и нарисовал цветочек. 18 августа, как раз мой день рождения. В копилке Владимира Лаптева есть автограф режиссера Эмира Кустурицы, актеров Пьера Ришара и Катрин Денев, оперной певицы Монсеррат Кабалье, эстрадных исполнителей Альбана и Александра Сафина. География памятных росписей широка, от Северной Америки до Австралии. Не обделены вниманием и российские кумиры. Александрова Мария, народная артистка, лауреат «Золотой маски», лауреат международного конкурса. И она приезжает скоро опять танцевать. Причем ее пуанты, из которых она танцевала на нашей сцене, у меня в коллекции. Как и автографы балерины Майи Плисецкой, поэта Евгения Евтушенко, композитора Арама Хачатуряна. Этих людей уже нет в живых, так что их росчерки поистине раритеты. А такие вещи, как известно, всегда пользуются спросом. Вот только предложения у коллекционера нет. Вчера я буду мелочиться по 500 рублей фотографию, которая мокну под дождем на морозе, еду из Пышмы, из Верлоск. В общем, пока я не продаю. Зато продолжает собирать все новые автографы. В коллекции пенсионера есть подписи Димы Билана, Юлии Савичевой, Стаса Пьехи. Владимир Лаптев признается, к творчеству современных деятелей культуры относится весьма скептически, но все же пропустить их гастроли не может. Как-никак, память. Яна Юмакаева, Павел Леонов. События ОТВ.